Самый масштабный розыгрыш трех ножей и одной пары перчаток для тебя. А именно, охотничий нож черный глянец, нож выживания африканская сетка, паракорд нож африканская сетка, обводки рук пустынный шаман. Условия очень простые и ждут тебя в описании. 16 256 рублей баланс на форсдропе, и прямо сейчас я вместе с тобой буду пробовать окупаться, поднимать самые, ну можно сказать, дорогие скины и открывать кейсы, которые мы, ну уж очень давно не открывали. Давайте начнем. И конечно же сегодня я бы хотел начать с тайного, потому что тайное в последнее время, ну уж очень хорошо выдает, а моя цель — это медуза. Медуза, которую я хочу поднять. Стоит она примерно 200 тысяч рублей. Баланс сейчас у нас, как вы видите, 16, сейчас уже 9. Поэтому давайте так, попрошу тебя, пожалуйста, поставить прямо сейчас свой царский лайкосик. Просто возьми и поддержи меня лайком. Так, подожди, 6171. Ну, до старта неплохо. Пожалуйста, поставь лайкосик, поддержи меня своей подписочкой, потому что это очень важно. Не забывай, что прямо сейчас я разыгрываю 3 ножа и одну пару перчаток в Телеграме. И, конечно, не забывайте, что если ты зайдешь на сайт ForceDrop, ты можешь воспользоваться промокодом PAPA. Это самый рабочий и самый окупаемый промокод. Любая сумма умножается на 40%. Например, ты закидываешь 1000 рублей, получаешь 1400. Закидываешь 10 тысяч, получаешь 4000 сверху. Самый рабочий и самый окупаемый промокод, который только здесь есть, этот промокод PAPA. Он дает плюс 40% и тебя окупит. Поэтому обязательно используй его, окупайся. Ну а мы продолжаем. И я бы даже, наверное, еще раз открыл тайное, но оно нас не окупило, поэтому давайте попробуем что-то из легендарного. Начнем с эмочки. 400 рублей. Я помню, как этот кейс только начал появляться на сайте. Сначала появился АК-47, потом М-ка, потом АВП. И вот, чтобы вы понимали, вся коллекция АК-47, М-ка и АВП, она вся окупала. Посмотрим, как он выделяет эмфозавра. Слушай, ну хотя эмфозавр 100 рублей, кейс стоит 400, да, 680 рублей. Мне очень сильно нравится, как в пропорции эти кейсы окупают. То есть, когда ты открываешь на 400, тебе падает 680. То есть, дорогие кейсы могут так не окупать. Ну, давай посмотрим. Не будем загадывать, откроем ВВП. Блин, я очень сильно хочу медузу. Безумно так. Вот я просто, это, наверное, сейчас цель номер один. Не знаю, почему именно медузу, вот просто она мне охота. Не знаю, просто нравится она мне, и все. Африканская сетка плохо, африканская сетка плохо, африканская. Вот единственное, что выпало, это Ахерон. Ну и, наверное, Фобос, да, Фобос самая дорогая, 261. Ну, больше не будем открывать. Или подожди, 1250, ну неужели все настолько плохо, и мы не можем окупиться? Давай попробуем еще раз. Блин, даже вот знаешь, вот единственное АВП, которое выбил более-менее нормальную, это АВП Ахерон. Черный Нил, ой-ой-ой-ой, по-моему, гадюка дороже. Нормально. При условии, что первое открытие... Вот видишь, насколько важно открывать еще раз. То есть первое открытие мы вообще в тотальном минусе были. Второе открытие мы еще и в плюсе на 2500 рублей. Я бы сказал, замечательно. Давай попробуем еще раз. И теперь, что мы делаем сейчас? Так, наверное, до конца попробуем всю, а там посмотрим. АК-47. Вот этот кейс я безумно любил. Это первый кейс, который появился из этой коллекции. И что самое интересное, вот эти кейсы, как я говорил, они почти все окупают. Ну, давай начнем с того, что если ты открываешь кейсы на форсдропе и ты залетаешь на них первый раз, то окупают они почти... Бро, а ты не забыл лайк поставить? Пожалуйста, поддержи этот ролик, я очень старался. Ведь для тебя это всего лишь одна кнопка. Спасибо тебе огромное. Почти все сланис. Еще раз пробуем. 100%, 1400, при условии, что мы почти окупились. Ну, так сказать, мы в нуле. Нужно попробовать еще раз, потому что сейчас, если выпадет что-то хорошее, будет вообще обалденно. Ну, прошлый кейс же окупил. Снежная буря. Найтвиш. Да. Слушай, хорошо, но на первый раз не окупает, на второй раз выдает больше, чем в два раза. 4000. И что первый кейс, и что второй, и что третий, все три окупили. А вот сейчас самое интересное. Нож или тайна? Очень крутой кейс, почему? Потому что с этим кейсом, ну, во-первых, с этим кейсом очень много чего связано. Мы выбивали с этого кейса и ножи, и хорошие скины. Ну, а сейчас просто охота. Вот, кстати, я уж на секундочку подумал, что сейчас у нас может быть бабочка. Это было бы безумие. 2400. Открыли на 4. Минус 2000 рублей. Но давай также попробуем открыть второй раз. Быть может, второй раз, когда мы откроем, у нас будет то же самое. Легион Анубиса неплохо. Легион Анубиса. Сланец. Выстрел в голову. Должен купить.
потому что он выделяет... Нет, не окупил. 3400. Не окупил. Даже сейчас со второго раза не окупил. Больше, я думаю, смысла его открывать нету, потому что если два раза не окупил, я думаю, третий не окупит. А вот 9000 рублей нож летайная, давай попробуем. Это как, знаешь, как вишенка на торте. Вот это, наверное, финальный босс. И если предыдущий кейс не окупил, то вот здесь уже шансов нету. Он обязан нас окупить. Просто обязан. Выстрел в голову плохо, Nightwish плохо. Ну да, да. В принципе, скины хорошие. Вот если смотреть на сет, который нам выпадает, они все хороши, но в сумме минус 1500 рублей. Обидно. Ну, 1400, по сути, не критично. Еще раз откроем, может быть, что-нибудь выпадет. Тиму Као хорошо. Выстрел в голову. Да, в принципе-то и все. Вот две Тиму Као. Он выделяет выстрел в голову. Ну, хотя бы так. Хотя бы так, хотя бы 7300, потому что сейчас мне казалось, что он вообще ничего не выдаст. Итого у нас небольшой минус 13000 рублей. Моя цель медузы накрывается медным тазом. Нам нужно что-то грандиозное. По сути, можно попробовать даже рейджика. Ну, кстати, похожие кейсы, плюс-минус на коллекцию, которую мы сейчас открывали, просто это коллекция персонажа. Ну давай, давай, надеюсь, хотя бы здесь что-то будет. Пожалуйста, поставь лайкосик, все, кто смотрит, обязательно поставьте. Поддержите меня лайком. И, конечно же, комментарием. Спасибо тебе большое. Так, 8300. Неплохо. Ну, кстати, это намного лучше, чем предыдущий кейс. Вот этот кейс может нас окупить. И попробуем сейчас еще раз. Наверное, попробуем ведьму. Ну, пожалуйста, вот сейчас горячие грезы. Ну, вот сейчас нужно окупить. Нет, я думаю, нет. 7400, 10900. И мы открываем ведьму на 8 раз в надежде хотя бы что-то выбить. Ну, поехали. Вот сейчас будет интересненько. Почему? Потому что это, по сути, последний кейс, который мы открываем. И если он не окупает, то у нас большие-большие проблемы. Король драконов, турбовыпад. Скоростной зверь мог выпасть прямо с завода, и это было бы очень дорого, но нет. Ничего страшного, мы не будем сдаваться. Я уверен, что либо сейчас, либо я буду продолжать именно с этого лоу-баланса открывать, смотреть. И надеюсь, что выпадет что-то хорошее. Два Нянуара. Черный Лотос. Ну вот Черный Лотос не знаю, вот АВП боец было бы лучше. Пожалуйста, поставьте лайкосик, продолжим именно с этого баланса, если будете играть. Используйте промокод ПАПА, самый рабочий и самый окупаемый промокод на этом сайте. До завтра.